Можете меня представить Чайковскому? Я хочу в консерваторию поступать. Знаете, Петр Ильич, с того дня, что я хочу только одного. Удовольствоваться? Скорее, любовью брата, тогда тихую, спокойную любовь. Я бы сделал вам предложение. Хочешь совет? Беги от них. Мне оперу надо закончить. А эта суета страшно отвлекает. Ему женщины вообще не нужны. Никто не смеет у меня отнять тебя, потому что ты мой муж. Я ничего не хочу. Отдохнуть надо и оперу закончу. Не будет развода! Я жена Чайковского! Если он меня бросит, я ему этого не прощу. Всю жизнь до смерти своей он не был ни друг. Он был деспотом и тиран.